Так вот, «Трактор» очень контрастно играет в КХЛ. Мы помним, какая команда была при Лаусе, какая команда была при Тулине, когда дошла до финала конференции. И, конечно, на этом фоне предыдущий сезон, но он не только неудовлетворительный с точки зрения результата, он еще и скучный. Команда не демонстрировала яркий хоккей. Передача проходит. На завершение уже на пустые ворота. И Файзурин принимает поздравления, обнимается с братьями. Пространство было перед Томашем Загорный, а это чревато неприятностями для соперника. Прошел пас, и Данил Файзурин подставил клюшку.